Здравствуйте, меня зовут Александр. Сегодня мы готовим постное блюдо лапша с морепродуктами. Для этого блюда нам необходимо лапша пшеничная, морепродукты, в данном случае лосось, креветка, кальмар, овощи, перец зеленый, красный, кабачок цукини, лук, ростки сои, стружка тунца и соус терияки, которые можно купить в любом супермаркете. Кальмар мы нарезаем соломкой, креветки можно разрезать вдоль, и лосось мы нарезаем кубиком. Овощи нарезаем соломкой. Включаем плиту, наливаем масло и даем сковородке нагреться. Вначале бросаем морепродукты. Овощи обжариваем до полуготовности. Добавляем лапшу, ростки сои. Все заливаем соусом терияки. Все, наше блюдо готовое. Выкладываем наше блюдо и украшаем стружкой тунца. Такое постное блюдо полезное и легкое в приготовлении. Приятного аппетита!